Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Punch и Skibby. Для этого переходим на мой личный сайт. Также ссылка на него, как всегда, будет в описании. А перед началом заходим во вкладку Exploits, если у вас нет никакого чита, и скачиваем чит от Fluxus. На данный момент напоминаю то, что только этот чит сейчас работает. И работает он на версии Roblox от Microsoft Store. То есть на браузерной версии у вас, к сожалению, пока что не получится читерить, потому что обход еще не нашли. То есть еще пока не знают, как обойти этот античит, который там добавили. Ну, в принципе, не суть. Самое главное то, что хотя бы через Microsoft работает, уже плюс. А дальше, после того, как вы его скачали, напомню то, что этот чит используется с ключ-системой. В принципе, видео прикреплю, можете посмотреть. Я там показал, как его скачать и как получить ключ. Сложного там ничего нету. После того, как скачаете, в поиске пишем название режима, который вам нужен. Нажимаем поиск. И на данный момент есть только один скрипт, пока что больше не создали, потому что режим новый, и о нем довольно мало кто еще знает. А, значит, смотрите, чтобы получить скрипт, нажимаем кнопочку «Скачать». Далее еще раз «Скачать». И вот появляется скрипт. Мы его копируем. Дальше заходим в игру, открываем чит. В чит вставляем скрипт. И желательно перед инжектом побегайте в игре, чтобы инжект смог лучше пройти. Дальше нажимаем инжект, либо кнопочка ввести по-русски называется, и ждем, пока заинжектится. В принципе, всегда это по-разному занимает. У кого-то может быть быстро заинжектится, у кого-то дольше. Ну, самое главное, короче, ждем. И смотрите, когда пропадет вот эта вот кнопочка инжект, либо он прошел, либо нет. А как это проверить? У меня почему-то чит завис. Странно. Так, давайте попытаемся восстановить программу. Так, вроде помогло. Да, все, инжект прошел. Вот здесь вот снизу по правому углу появилась надпись. То, что инжект прошел. Но она не всегда появляется, так что обязательно после инжекта проверяйте, запускается скрипт или нет. Дальше нажимаем запустить. И вот появляется скрипт. Мы его открываем. Функций, в принципе, немного. Но есть очень крутая функция. Это автоматическое открытие яйца за 999 робуксов. Но к ней мы чуть попозже вернемся. Сначала основные функции проверим. А, значит, первая функция это Wins Farm. Включаем и смотрим. Как видите, все отлично, все прекрасно работает. Включаем. Дальше автотрейн. Это сила получается. Тоже, как видите, все работает, прибавляется. Дальше автореберст. В принципе, можем его сделать. Почему бы и нет? Делаем и заодно проверяем. Эта функция тоже работает. И остается самая последняя функция. Лично для меня она самая крутая. До записи я проверял, работает эта функция или нет. И, как видите, она работает. И, то есть я бесплатно открывал донатное яйцо за 999 робуксов. И это работало. Давайте сейчас проверим, работает это или нет. Включаем эту функцию и смотрим. Да, до сих пор она работает. Но, смотрите, сразу что я вам скажу. То, что эта функция может работать недолго. Потому что, когда разработчик об этом узнает, он по-любому это пофиксит. Так что, пока эта функция работает, обязательно ее используйте и получайте бесплатных донатных пэтов. В любом количестве. То есть, без ограничения. Вы можете хоть тысячу, хоть миллион яиц открыть, и каждый раз вам будут выпадать донатерские пэты. Также можно делать им крафт, ну, либо же эволюцию. Как видите, это все работает. Крафт делается, все четко. Так, давайте из золотого сделаем шайни. Тоже, как видите, сделался. И полностью питомцы все рабочие. Нажимаем кнопочку EQ Best. Оделись у меня самые лучшие. И, в принципе, на этом все. Выключаем эту функцию. И вот таким образом вы можете бесконечно открывать вот это донатерское яйцо, выбивать питомцев, делать эволюции и сделать из них самых сильных и самых лучших. Потому что это все происходит бесплатно. Так что все четко. Ладно, в принципе, буду на этом заканчивать. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него, как всегда, будет в описании. А с вами был Эйзбан. Всем удачи и пока.